всем приветики, мои секретики, вы сейчас на канале Секреток, и сегодня с вами снова я, Силия, и сегодня у нас выходит продолжение насчет нового обновления, так что хочу пожелать вам всем приятного просмотра, но мы не будем затягивать и уже поскорее начнем, погнали! В общем, так как у нас нет разбора трейлера, хотя я его очень сильно ждала, но только бог вновь его не сделали, и я на самом деле не понимаю причину, почему они не делают уже на второе обновление трейлер. Потому что, ну, обычно всегда делали в эти разы, то есть уже два раза подряд они не делают трейлеры. Я не понимаю, что это за прикол, потому что это вообще не прикол на самом деле и не круто. Так как все-таки я бы хотела видеть какой-то предосмотр. Но, к сожалению, мы с вами его не можем увидеть. Сегодня мы поговорим об обновлении, точнее, версия которого 1.86. Это обновление пак мебели с новым домиком. Все-таки шортс только бока выпустили, где точно сказали, что 16 апреля будет новое обновление, да. Вот, так что сегодня мы с вами эту информацию как раз-таки и разберем в этом видео. Также изначально мы сейчас с вами пойдем и заберем еще подарок на почте, который я не забирала. Поэтому, let's go! Итак, мы с вами сейчас увидим, что же нам попадется, потому что на самом деле очень интересно. И да, это 100% что-то, так скажем, намек на новое обновление, потому что оно у нас яркое, тоже в таких вот фиолетовых каких-то оттенках. И нам попался, как вы можете увидеть, какой-то ежедневник, блокнот, где... Ну, кто-то заполнял вот эти вот всякие странички, но выглядит он очень эстетично, как вот в таком состоянии, так и вот в таком положении, короче. Так что сейчас мы с вами перейдем уже в Toca Life Mix и посмотрим обязательно на сам короткий видеоролик. И, конечно, все с вами обсудим, если увидим что-то новое там, а мы с вами точно увидим что-то новенькое. Итак, здесь мы уже с вами можем увидеть обложку, где можно увидеть новые детали, их мы сейчас и обсудим. В первую очередь, новые обои. Во-вторых, мы можем увидеть новый кетчуп, который будет из черники какой-то. Также новый душ. Люстра очень необычная, тостер, и посмотрите, какой интересный тост, бутерброд, либо я даже не знаю, что это, но в любом случае в нем даже есть начинка, это джем. Также снова какой-то блокнот, либо что это, не знаю, там еще какой-то круг, кстати, зеркало, посмотрите, какое интересное зеркало. Еще картинки, вот такие, ну, постеры на стену, скорее всего, какой-то планшет с играми. Ну, здесь нарисован птенчик, не знаю, может, еще какие-то игры будут. Еще вот такой универсальный, классный будильник. И вот такое очень интересное, веселое растение, смешное, я бы даже сказала. Так, ну и про блокнот я уже сказала, вроде как это блокнот. Ну и здесь написано, что называться оно будет U2K Loft. 16 апреля выходит эта обнова, давайте перейдем в Toca Life Mix уже. Ну, ребята, let's go. Короче, начинаем с того, что здесь мы уже с вами все обсудили, да? Давайте перейдем к следующему стоп-кадру. Ну, здесь единственное, про что я не сказала, это тумбочка. Добавят вот такую вот зеленую, либо даже салатовую тумбочку. Далее, как я и предполагала, кровать можно будет заправлять и расправлять. То есть сделать ее в таком небрежном состоянии, так скажем. Ну, и еще добавят вот такие перегородки стеклянные, снова же новые обои, пол можете посмотреть здесь. Ну, и также новые постеры на стенке. Здесь же мы можем увидеть, что он добавит новую стиральную машинку, также опять новые обои, новый пол. Прошу заметить, что все фиолетовое, причем темно-фиолетовое даже. Ну, здесь можно долго не зацикливаться. В общем, новое зеркало, но оно безумно красиво сделано, и мне прямо нравится его дизайн. Начинается самое интересное, здесь уже новые предметы, это, как я уже говорила, тостер, бутерброд, но сзади мы можем увидеть гарнитур, он у нас будет вот таким фиолетовым, также можем заметить кусочек нового пола, и еще, вероятнее всего, нам будет доступна какая-то барная стойка, либо стол. Вот, на чем стоит этот тостер. Но можем заметить, что он такой, как будто бы полупрозрачный немного. А здесь мы можем увидеть то, что нам добавят вот такой новый холодильник, причем он не маленький. Также вот такую светодиодную розовую подсветку. Я очень рада, потому что я очень хотела розовую. Ну и еще можем увидеть новую чашку, такую розовую, глубокую, в которой девушка несет вот эти бутерброды, либо что это. Еще новый стакан с какой-то зеленой жидкостью. И вот такая вот у нас будет комната с балконом. Посмотрите, какой классный балкон. Позже еще с вами его разберем. Ну, еще вот такой вот фиолетовый диванчик.
небольшое кресло. Здесь же мы уже можем увидеть то, что она приходит к своей подружке, ну, девушке, может быть, и там диван такой тоже, как бы мультяшный, знаете. Вот такая зеленая интересная подушка, на самом деле она с таким, видите, каким-то переливом даже. Затем мы можем увидеть сзади балкон, там вот такая новая табуретка, она тоже какая-то полупрозрачная, такая радужная, и столик. Ну, потом еще с вами рассмотрим. Ну и также здесь на столе у девушки, которая сидит на диване, можно увидеть бутылку с водой, ну, либо с какой-то жидкостью. Также вот такие какие-то листья салата. А, нет, это мармеладки. Мармеладки, знаете, такие, как чупа-чупс, типа роллс, либо как они. Вот примерно то же самое. И там еще Орео. Сейчас мы с вами его посмотрим. Ну, здесь говорить особо нечего, просто телевизор с BTS, так скажем, в токе. Ну, либо, я не знаю, кто, какая-то кей-поп-группа, так скажем. Айдолы, в общем. И причем, посмотрите, какой телевизор. Он маленький, квадратный, и, вероятнее всего, у нас появится либо новый диск, либо появится какая-то новая программа на телевизоре. Именно вот музыкальная какая-то, не знаю. Хотя это даже как-то похоже на компьютер, как будто бы, потому что здесь, видите, есть вкладка «Закрыть». Короче, странно, я так и не понимаю. Наверное, кстати, это компьютер. Но телевизор тоже должен добавить в этом обновлении, я думаю. Ну и, короче, здесь мы с вами видим сзади вот такой прекрасный балкон с видами на какие-то небоскребы, многоэтажные дома. Так что это 100% будет какой-то домик, и, может быть, даже похожий на тот домик, который нам выпустили, получается, несколько месяцев назад. Ну, вы поняли, о каком я говорю. Это тот, в котором сейчас живут Силе и Лео. Также вот мы можем увидеть Орео здесь такое, еще ежедневник какой-то, это же самая чаша розовая, там ковер, можно заметить такой белый с еще фиолетовыми пятнышками. Ну и вы можете увидеть полноценно диван, его размеры, не совсем он большой, но и не маленький, ну и прозрачный стол. Он будет, вероятнее всего, находиться в разделе тумбочек, наверное. Ну и также там еще сбоку тумбочка, либо пуфик. Я так и не разобралась, что это, потому что там рядом с таким вот фиолетовым диваном стояла вот эта радужная штука. Это либо пуфик, либо какой-то небольшой столик. Ну и сзади на балконе вы могли увидеть стол полупрозрачный радужный и полупрозрачные радужные стулья. Все. Это был весь короткий видеоролик. В общем, ребята, вы сейчас сами все могли увидеть. Здесь достаточно много, как я уже говорила, ярких вещей и, в принципе, яркой какой-то мебели, стен. И, в принципе, обновление само по себе в таких фиолетовых тонах, и оно яркое. Поэтому я сразу говорю, что, возможно, не всем оно понравится, так как кто-то из нас любит яркие цвета, кто-то не любит. Допустим, вот я не очень люблю яркие цвета, и, в принципе, очень мало когда обустраиваю дома в ярких каких-то тонах и оттенках. Обычно я предпочитаю обустраивать в бежевых, белых тонах или пастельных цветах. Поэтому здесь есть очень много классных каких-то предметов, вот, и не только. Но насчет мебели я, наверное, вряд ли буду ее использовать, так как все-таки она яркая. Не знаю, может, кому-то из вас нравится яркая мебель. Обязательно напишите об этом в комментариях, мне очень интересно будет почитать, кому из вас нравится что-то яркое. Может, вас больше, чем тех, кто любит что-то неяркое. Ну и вот эти два коротких видеоролика мы с вами уже разбирали. Обязательно посмотрите мое предыдущее видео по поводу этого обновления, где я разбирала вот эти два видеоролика тоже коротких. И там вы тоже узнаете много достаточно новой для вас информации. Но сейчас мы возвращаемся домой уже. Ну и пока что вся моя информация, которую я говорила уже, она остается неизменной, то есть если кто еще не слышал, да, либо не смотрел предыдущий ролик по поводу обновления, то сейчас расскажу, что в принципе все остается так же. 199 рублей, наверное, стоимость будет примерно, это домик и пак мебели вместе, затем версия это 1.86, обновление выйдет 16 апреля, и время примерно 4 часа по московскому времени, может быть позже, потому что у нас разработчики любят выпускать обновления намного позже. Ну все, ребят, на этом вся информация подходит к концу, я надеюсь, что обновление выйдет, и оно не выйдет достаточно поздно, потому что я не люблю, когда поздно выходит обновление, и тем более время не резиновое, да. Поэтому
Очень надеемся на скорейшее обновление в Токе. Ну а с вами была сегодня я, Силия. Вы были на моем канале Secret Talk. Если вы узнали чего-то нового, и если вам понравился этот видеоролик, оказался полезным, то ставьте лайк. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, и я для вас обязательно сделаю обзор на это обновление, когда оно только выйдет. Сообщу об этом вам в телеграм-канале, на который вы можете подписаться. Ссылочка есть, если что, в описании. Называется Норка Секретик. Так что подписывайтесь, там сообщу, когда выйдет обновление. И можем еще с вами что-нибудь там пообсуждать. Вообще, иногда всякое-всякое там есть, рубрики какие-то. Вот раньше викторина проводила, когда время было свободное. Сейчас не особо его много, поэтому меньше активно, но все равно стараюсь вам какие-то новости выкладывать. Ну все, в комментариях пишите ваше мнение по поводу этого обновления и вообще напишите, вы за то, чтобы показывали трейлеры на новое обновление или против, наоборот, что лучше бы вот они не показывали трейлеры, зачем, да, чтобы оставить интригу. Пишите об этом обязательно в комментариях. Но я вам всем желаю хорошего дня, отличного настроения, пока-пока.